Так, ну все, Гайс, я здесь. Что ж, поехали. Так, мы, значит, выезжали, получается, ехали на машине, проехали через каньон. Люк, колодец. А, кстати, гайс, ну и да, сейчас я выключу звуки донатов и так далее. И только эмоции, соответственно, у нас мод. Я думаю, вы умеете, знаете. Так, ладно, колодец, что там? Страус отбежал. Есть только клаксон, страус. Это страус должен, соответственно, испугаться, засунуть голову в колодец, что ли? Или как это понимать? Ты ничего не понимаешь, ты клаксон возьми, пожалуйста. Так, класс. Важный момент. Могу ли я снова накрыть колодец этой штукой? Могу, понял. Угу. Ничего не понимаю. Ну, он, соответственно, бегает по трем точкам. Да, это я собираюсь сделать, давить интеллектом. Но я так понимаю, подозреваю, мне что, страуса нужно отправить в колодец? Или что? Еще бы знать реально, что мне нужно сделать. Как мне покинуть пустыню эту? Пустыню. А если подудеть в колодец, может, оттуда кто-то придет? Нет. Ничего не бывает. А у меня, кстати, вопрос актуальный. Ну, как минимум, уже 4 точки у него есть. 4 точки, по которым он бегает. 5 точек. Но смотрите, если я на одну из точек положу, например, люк. Ну, похоже на правду, честно говоря. Сейчас он встанет туда. Я сдавлю его интеллектом. Так, ну теперь надо попросить его как-то вниз прибежать. Спасибо. Угу. И, в общем-то, позиции у него тоже разные, да? Ой, блин, это будет сложно. Так, ладно. Мне нужна какая-то точка поинтереснее. Сюда, например, хз. Thank you.
Ну, это безумие. Но мне кажется, долго нужно будет с этим рофлить. Но он же просто по всей карте сейчас будет бегать. Фу. Или нет? На, сук. И что мне с ним делать, простите, пока он АФК? Я вроде не нажал, ничего не случилось, я просто подошел к нему. Ну и говно. Так, а может этим парнем? Интересненько. Кабель. Через дверцу какая-то. Ну. Ничего не понимаю. Подставка какая-то еще есть. Ну да, если бы они так не сделали, если бы мне нужно было как-то это мувиментом самому делать, мне кажется, я просто охерел бы. Ну-с, я, в общем-то, понял. Неплохая, неплохая. Но сейчас ретард-алерта будет много. Стой! Ну, камон! Нужно понять, где... Соответственно, можно ходить, где нет.
Ну, теоретически я могу пробовать кинуть камень в охранника, только в этом смысла мало. Чё в дверце? Так, значит, раз, горит свет, горит забор, по идее, заработает. Два, значит, только свет, забора нет. Три, ни света, ни забора. А, нет, забор горит, кажется, да? Да, забор под напряжением. И, соответственно, ничего не включено. Окей. Я не понимаю, почему бы мне просто сейчас на это самое не попасть, просто-напросто бы на подлодку, вот сейчас просто пойди. Так. Ну, нет, ну можно заставить просто на подлодку прийти, но, соответственно, охранник-то живой, он нажимает на колокольчик, соответственно. Он нажимает на колокольчик, когда видит всех. Ладно, гутрайте просто. Я не верю, что просто колокольчик вообще тут виден этот. Тут такой я иду. Охранник все это дело увидел. Ничего не понимаю. Ничего не понимаю. Так, в смысле, вы можете зайти, алло. Ничего не понимаю. Ничего не понимаю. Ничего не понимаю. Так, с забором как-то можно вообще интерактить по-другому. Но насос, вероятно, тоже не просто так здесь находится, правильно понимаю? Фух.
Это безумие, но... Вы знаете? Так, во-первых, мне надо понять, как теперь ему одному залезть сюда. Короче, ну, видимо, надо возвращаться этим тоже. А если несколько раз покидать камень охранникам, соответственно, нас условно никто не заметит? Меня тоже выгоняет тогда уже. Ничего не понимаю. Ничего не понимаю. Я тоже, честно говоря. Ничего не понимаю. Ну что, все конечное? А, ну в смысле, перелезть? Стоп. Кабель типа рядом с... Ладно. Нужно только попробовать. Блять, я теперь, наверное, не смогу залезть, собственно говоря. А так, если включить напряжение, под напряжение будет колокольчиком, он возьмется на него, пизданет, и, собственно, можно будет пройти. Подозреваю так. А, ну, в общем-то, в смысле... Он же так, вероятно, может... Ну так, наверное, да. Ну, так-то не видно, что напряжение передается от столбу. В общем-то. Ну, можно, конечно, затраить, но вряд ли что-то изменится. Судя по всему, нет. Ну нет, все, ну все у него хорошо. Так, это становится непонятно совершенно. Ну ладно, я подозреваю, можно сразу отключить просто на за всю боль. Thank you.
Так, может, я что-то упустил? Ничего не понимаю. Как-то бы отобрать у него колокольчик этот. Совсем понимаю, зачем здесь нужен свет. Окей, этот кабель я не могу трогать. Ничего с ним не получается сделать. Какая разница, есть свет или нет? Вот вопрос. Тони Вайт, спасибо за 11 месяцев. Добро пожаловать обратно. Так, ну теоретически, если налить сюда воды, типа, каким-то образом, то, возможно, ток будет переходить на... колокольчик. С другой стороны, каким хером я могу это делать. Как пришел, заспроздил. Изи же, ну... О, эксперт! Вот, конечно. Не, ну может я, в общем-то, 20 IQ. Все понятно, Минбери Сер, все с тобой ясно. Не, ну вероятно, рано или поздно я бы допер до этого, но тем не менее. Не, ну я 100% допер бы до этого, но сколько это времени заняло бы? Она сохнет. Это интересненько. Так, ну ладно, со следующего трая, по идее, все будет нормально. Thank you.
И быстрее, быстрее, пошел. Блять, тумблер! Ага, ретард-алерт! И, кстати, водичка высохла уже. Блин, они так долго выбегают, боже мой. Это очень неприятный раунд, очень неприятный отрезок, потому что это все слишком долго происходит. Чтобы вернуться обратно, тебе нужно это вот бежать, перепрыгивать, включать, выключать. Мех. Так, сколько нужно разлить, чтобы успеть там? Ладно, все, успею. 3, 2, 1, гоу. А, не, подождите-ка, да, сначала вот так вот. А, ну все нужно разлить, я понял. Тогда первая пропадает дальняя струйка. Алло. На всякий случай еще чуть-чуть. Давай. И... Бам, минус на парыча. Боже мой. Но, между прочим, это убийство получается в прямом эфире. Игра, почему ты такая злая? Ничего не понимаю. Так, теперь будем ничего не понимать, что делать с подлодкой. Я правильно понял вас? А, ну спасибо, хоть на этом. Вот. А, эти со... Таким словом, это уже бегемот получается, да? Так, окей, у меня есть две пилюли. Желтая и красная. Ну... Стоп. Не хотите же ли вы мне сказать, что мне нужно, собственно говоря, уважаемого бегемота загнать в контейнер? Так, замок сверху. Ключ. Ключ, замок. Этот молодой человек поумнее, так что, возможно, у него получится. Ну-ка. Здорово. Так. Ага, наклевывается. Что ты ничего не понимаешь? Опусти дверь просто. Алло. Так, здрасте. Что это еще нахер значит? Как это ничего не понимаю? Ничего не понимаю. Не, может, подсадочки какие-то должны быть?
Лан тоже сойдет. Так, ну ключ очевидно от замка. Понять бы еще, что там происходит. Так, ну бегемота подкормить бы. Что? Это аэрозоль. Так, этот закончился, да? Ну, шеф-спортсмен, поэтому это не проблема. Так, ну и все, бегемота мы не трогаем, соответственно, да? И теперь, наверное, мы сможем подвинуть кран. Боже мой, этот спидранер Андрей. Ребят, я хз, я хз. Вы вообще понимаете, что происходит? Вы понимаете это? О, Пак-чемп. Пак-чемп. Так, кстати, гайс, у меня тут новость небольшая появилась, собственно говоря. То, что сейчас вышел уже, знаете кто? Вышел выпуск Миссис Марпл со стримхаты, соответственно. Одно мгновение. Да позвольте... Позвольте скинуть его, соответственно, в чат. Возможно, кому-то это будет интересно. Мне, честно говоря, самому интересно посмотреть, но это я, видимо, буду делать потом. Так, ладно, что-то у меня есть. Какой-то автомат невнятный, да? Он шарики вроде надувает. Так, есть крышка. Есть кирпич. Зачем фонтан нужны? Непонятно. Да не, на стриме смотреть я не буду, гайс. Это, мне кажется, не очень-то нормально. Делать контент из того, что смотришь чужой контент. Это странно, на мой взгляд, поэтому... Найн. Так, ну и, соответственно, если подхожу туда, то, видимо, меня отбрасывает. Или что? А, я в принципе не могу подойти. А, наоборот, засасывает. Понял. Как мне его... Так, труба, мотор, ВТФ.
Отключить вытяжку в теории можно и пройти, значит. Не вытяжку, а ну вы поняли, да. Ничего не понимаю. Касперский 122, спасибо за подписку, добро пожаловать. Блин, Майнберри ЦР, завязывай. Я сейчас, конечно, попробую, но если это... Этот самый... Если это опять подсказанки какие-то, не надо такого. Так, ладно, есть код, есть бочка. Вероятно, как кота неплохо было поднять, но почему-то автомат этот не работает. Вроде как в прошлых частях он, соответственно, делал шарики. Ага, можно ли урну перенести в другой? Я тебя не понял, значит. Ладно. Прости, стример 20 IQ. Ничего не понимаю. Так, ну, вероятно, кот должен что-то сделать. С урны я уже взял, соответственно, этот самый... А, стоп, может этот мальчик может положить, нет? Да блин, а нахрена же эта бочка, куда ее. Как можно использовать ее? Ничего не понимаю. Ничего не понимаю. Ну, можно еще раз, конечно, затратить, но кот, вероятно, сделает абсолютно то же самое. Ну и пока он летит, кстати, я могу делать какие-то действия, соответственно. Вот, и было бы... Ну, можно было поставить урну, чтобы туда падал, типа там закрывалось, бла-бла-бла, мы бы поймали кота. И с ним бы уже что-то, вероятно, делали. Не просто так ездит автомат, соответственно. А, кстати, фонтанчики. Ага. Это уже интереснее. Ничего не понимаю. Ага. Нет? Так, окей, я понял. Нужно, значит, еще какое-то приспособление. А кирпич-то мне нахрена? В теории даже. Ничего не понимаю. Ну вообще, опять же, кирпичом, вероятно, тоже можно заткнуть, наверное, нет?
Ну или подняться и кинуть кирпичом в мотор. Кстати. Ничего не понимаю. Не? Ну, нет, так нет. Блять, идиотизм. Я хз. Так, ладно, с мотором ничего не сделать. Ну, значит, кота надо ловить. Работаем. Алло, нет? Ничего не понимаю. Ничего не понимаю. Ладно, возможно, шеф должен подняться к мотору. Блин, что-то я начинаю гореть уже с братьев-пилотов. Так, и он теперь, по идее, что, в ту сторону полетит? Или эта воронка будет теперь обратно работать? Ничего не понимаю. Так. Пойдем теперь? Ничего.
Да проходите уже, вам же... А в чем прикол, простите? Ничего не понимаю. Воронка открывается, и что я могу с ней сделать? Ничего не понимаю. 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 Я, понимаете, просто я не совсем понимаю, какую цель мы преследуем. Что мы должны сделать? Если мы должны пройти туда, почему мы не можем сейчас пройти? Ничего не понимаю. Ничего не понимаю. Ничего не понимаю. Ну это бред какой-то уже, я хз. Ничего не понимаю. Ничего не понимаю. С трубой я тоже пытался уже взаимодействовать, ничего не вышло из этого. Я, если бы хотя бы понял, что надо, блядь, сделать... Я могу опять подняться наверх, но зачем? В чем смысл? Ладно, окей, в теории. Единственное действие, которое я еще не делал, это, соответственно, надо, чтобы поднялся кот. Я сделал что-то с трубой, вероятно, и там, соответственно, я не знаю, что-то произошло еще. Но это просто как бы методом исключения, соответственно. Никакой логики. Ничего не понимаю. Бля, я тоже. Дружище. Ничего не понимаю. Хорошо, ты не можешь, значит, вероятно, коллега сможет. Так должно работать, правильно? У нас есть несколько точек контакта каких-то. У нас, значит, есть несколько персонажей. Нужно просто угадать, что есть где. Не, есть уровни прикольные, реально. А это какая-то залупа, честно говоря. Бам. Бам. И тут... Соответственно. Вон отсюда!
машину. Значит, код, получается, теперь должен всосать. То есть, в смысле, теперь надо опять всасывание включить, чтобы код включил машина, и машина застала кабрафоса самого. Ну, блять, ну, я не знаю. Ну, я не знаю, гайс. Ну, не знаю, это не это самое, не огонь. Не фонтан. А-за-за-за. Вот это фонтан. Почему он в другом направлении, когда не стало этого? Я не понимаю. Какого хера ты начинаешь смеяться? Какого хера у меня в прошлый раз получилось это сделать? Разницы-то никакой нет. Немного не то. Ой, блядь, ну ты ж приезжал. Почему? Нет, ничего же не изменилось. В общем-то. Ничего не понимаю. Хм. Может, это баг? Ничего не понимаю.
короче, гайс. Это как слабость. Это очень похоже на баг. Ну, в смысле, я уже вроде как все сделал. Это очень похоже на баг. Смотрим. Так, в смысле, это же баг просто-напросто. Ну, реально. Я могу попробовать, в общем-то, еще раз просто все это сделать. Так, пещера, это 14-я, да. Поехали. Ну это прям чисто спидран пошел уже. Runners. Стоп, а как он прокол? Ну, собственно, вот, блядь, ну, это был точно ваг. Как бы я сделал сейчас то же самое, что и, ну, что и в тот раз.
Что, все поймали, сдаем? Слон. Ну, похоже, кстати, на конец игры, в общем-то. Так. Похоже, это конец, коллега. А говорили 26 уровней или что-то такое. Блин, ну, не знаю. В некоторых моментах меня реально прям поджигает неплохо очень эта игра. Очень недурно. Да. Ладно, наверное, я пока заканчивать не буду. Я еще, наверное, полчасика картонки покидаю, пока, ребят, небольшой перерыв. Вот, полчасика картоночки и спать. Добро пожаловать в мою таверну! Так. А, слушайте, вот у меня есть Taunt War, guys. Надо бы посмотреть, адекватен он или нет. Есть эксперты? Ну, вообще, выглядит неплохо так-то. Только вот Харрисон, он такой вопросительный достаточно. На 10-м ранге таунтваром сижу. Вроде норм. Ну, попробуем им тогда. Так, или сначала... Ну, жирокалом одну. И потом таунтваром закрепляем. Слушайте, вообще, есть предположение, что до 5-го ранга нужно просто ловить стрик, соответственно, какими-то быстрыми колодами, и потом уже играть на максимально винрейтовых. Посмотрел всю стримхату и сейчас монтаж Марпл. Это просто офигенное мероприятие, почаще бы. Ну, мне последнее тоже понравилось, собственно, да и предпоследнее. Надеюсь, что да, не слишком долго придется ждать до следующей. Руинить комбу Малигасу или Локу норм. Понял. Ну да. Так, министрели можно существенно дровать. Это были третьи братья-пилоты, но до этого две части я прошел уже, так что... Есть прекрасный ход, монетка, Талнос и удар в спину на 3. Но это настолько прекрасный ход, что, пожалуй, я откажусь от него. Выйдет ли арена погулять? Нет, арена не выйдет уже. Но я не хочу Талносом и ударом в спину убивать вот эту вот хрень. Хотя он, опять же, он может, по идее, если это хант на зверях, то он может что-то с ним сделать. Интересно. С одной стороны. Но это только на 4-й ход. Может, хотя адаптировать он мог на 2-й ход, возможно, не зашло. Может быть, сейчас придет. Блин, и любить просто животное. Я думаю, я, наверное, убью все-таки. Игру на Твиче сменил уже. Все хорошо. Все отлично.
Так, ну, норм. Слушайте, что там по ремувалов у него, по ремувалам у него? Непонятно, какой это хант, может быть, убийство существа рандомное, может быть, на 1 хп, потому что можно, в общем-то, большого сделать Эдвина, но я не вижу смысла, честно говоря, в этом, поэтому так просто. Что там, секретики? Нужно ли мне его бить? Вопросец. Можно ударить лапкой и там посмотреть, что будет, соответственно. Давай начнем. Посмотрел, что будет, прикольно. Стрёмно, конечно, мне кажется, нужно все-таки уже делать ванклюва большого. Иначе у меня просто ебальник треснет рано или поздно. Ой, извините, это, кажется, грубовато было немного. Так, как мы его сделаем? 3-1. Ребят, ну это прям будет то, что нужно. Ну, с такой рукой я все равно проиграю, мне кажется. Выпуск Marple Крейгазом. Тоже хочу посмотреть. Вот, гайз, ссылка еще раз. Скоро закончится стрим. Рекомендую вот обратить внимание на эту штуку. Это запись со стримхата, бэкстейдж, там всякие вопросики и так далее и тому подобное. Мы бы варик с Мити лысым. Он предлагал сегодня, но уже поздно. Не, это самое, не хочу уже. No offense. Так, ну вот она, та самая ситуация. Здесь я вряд ли уже разгребаю все это дело. Хотя, что получается? Можно сапнуть, типа в теории у меня будет жизни немного. Ну, или это не важно, если тебе приходит летал. Итого мы имеем, значит. Раз. Два. Три. Четыре. Ну что, пять. Давай начнем. Все вы трусливые псы! Yeah. Неплохо. У тебя Эви по руке лежал, летал и без колдблада был.
да? 13, 14, 18. Ну да. Так, ну что, на таунте еще разочек можно сыграть, наверное. Братьев Пиолов, да, прошел, прошел. Гох Митя, какой, кстати, канал у Митя это вообще? Он на реквесте, что ли, играет? Не стоило напрашиваться. Нет, победа не там. Или смерть. Инстамитяй, понял. Стример Митяй. Воу-воу-воу. Счастливого огненного солнцеворота. Блин, как... Первый стрим, между прочим. Возможно, этот человек через годик, через полтора станет самым крупным стримером Твича, кто же его знает. Ну, вообще, так Митя хорош, на самом деле, очень веселый чел. И Warcraft неплох. Раньше мы играли с ним на этом самом батлнете. Он был 40x уровня какого-то. Играл клан Вары за наш клан. Так. Мне кажется, дробить просто можно пока что, да? Немного вижу смысла в страже с Марином. Блин, это только один таун, да? Ну ладно. Попробовать команду рейд инстамитя. Я думал захостить его, но можно и попробовать рейд сделать. Так, Таздинго. Ха-ха-ха-хай. Освободи меня! Освободи меня! Есть ли смысл мощный удар тратить? Мне кажется, нет почему-то. Если это тоже маг на каких-то таунтах, значит, у него что-то есть посерьезнее, очевидно. Я должен сделать выбор. Он из моих джунглей! Ты Витлер, 37 лет. Спасибо огромнейшее. Добро пожаловать обратно. Кстати, я врубаю все. Снова. А, и там я законтролил парочку спойлеров. Посмотри внимательно на потолок Эйепа. Так, что он сделал там? Дрюс, выпусти из бана ПЛЗ и гусь. Я не уверен, что я хочу сейчас тратить какой-либо из скиллов, соответственно. Просто хилимся, живем. Сколько мне осталось? 5 таунтов. Раз, в теории. Тут в теории 2. Это 3. Может быть, 4 из этого выдавить. В общем, дальше есть еще разведчиц Бравл. Мыло часто чеку. Ну, так, нормально. Частенько, частенько. Вообще лучше на Твиче, на самом деле, напиши. В Твичапе. Так. Неплохо.
Вот это неплохо. Хотя вот это вот еще лучше. Что же теперь? Милые динозаврики! Я думаю. Братья, в твичапе. Ну и, или на мыло пиши, мыло тоже почекиваю. Так, так все-таки это элементаль или что это за хрень? Пей, пью. 9 часов, боже мой. Так, сколько там зрилов у Митяя уже? Ну-ка. Обузим, не обузим? 258. Ну, слабенько. Так, ну, провокации. Я просто боюсь сейчас, если не отдам вот эту штуку, то останусь, в общем-то, в принципе, без возможности ее использовать. Что же теперь? Вот. Но с другой стороны, по идее, сейчас я пока это могу еще не бой... А, стоп. Я могу сделать удар, хиропауэр. Но тут уже все, уже на 3 у меня будет это бить херня. Время удар, хиропауэр. Это у меня остается 7. Оружия у меня все равно нет. Можно Харрисона поставить. Но 3 брони остается. Я должен сделать выбор. Ладно, там есть еще карты, которые мне броню набузят, поэтому... Пока ты стримишь, потом больше будет. Да, это правда. Не стоит бояться силы. Бояться нужно тех, кто ею владеет. Так, из провокации он сделает, если что, элемчика себе, да? Говнарчик. Ну, можно элемчика убить, в общем-то, разменять вместе с вихрем клинков. Но это я ставлю... Ну, за 2 хода я смогу, получается, сделать достаточное количество таунтов. 4. Бам-бам-бам-бам. Ну, мне как минимум не хочется, чтобы он спамил себе молодежь эту. Поэтому, я думаю, да. Надо решать квест, потом потасовки и пыщ. Ну так, наверное, и будет. Кстати, скажите мне еще, пожалуйста, такую вещь. Нормально, что у меня нету карты, которая повторяет этот самый... Так, еще один таунтик взять или обилку сменить? Есть ли смысл еще таунт один ставить? Йоу. За 3 маны 3-4, которые типа позволят еще обилку одну ставить.
Так, три, с чем бам-бам-бам, пять, казнь, не казнь, тропа. Склонись перед... Я не знаю, какой смысл ставить броню еще. Не броню, то еще один талант, не знаю, зачем ставить. Реально, не знаю. Так. Хорошая броня, крепкая и блестит. Оружию. Можешь сделать это? Склонись передо мной. Тебе норм иметь квест Вара, Меркл Рога и сидеть на 18 ранге? Да, мне норм. Но вообще я только сегодня начал играть. Ladder, собственно говоря. Так, ну у него куча value в руках, в карте. А у меня как бы Hero Power на 8. Достаточно бесполезно, все плохо. Махм. Чего? Какой еще нахер Ван Клифф? К оружию. Лови броню! Я не совсем помню, что у меня еще есть интересненького предъявить ему. Услышьте мой зов. Блин, эти ребята, конечно, прям очень не радуют. Ну и говно же я, кстати, сейчас сделал. Следи за фатигом. Да-да, кстати. Опс. Ладно, вместе экзекьют, так что фокс. Так, ну мне, вероятно, реально нужно, наверное, обратить внимание на фатиг. То, что ставить он постоянно что-то будет, вроде как. Поэтому дровать я, наверное, уже не буду. В принципе, и так есть чем поиграть. Хотя
Ладно, не буду. Истина. О, здорово. Блять, Пирос на это найденный. Поглотит все царства. Я даже не в курсе, что у меня там в колоде еще лежит, собственно говоря. Но я думаю, в этой игре я в любом случае узнаю. Пока это я не хочу нажимать. Хорошая броня! Крепкая и блестит! Вера! Да, кстати, он же и так может. Вот эти ребята, конечно, меня прям радуют. Но если сейчас прилетает в ебало ему, то это прям очень плохо. А это прям хорошо. Так, следующий может быть Пирос, соответственно. Ну, ладно, одного я все-таки кину, пожалуй. Я просто не знаю, что у меня там в колоде лежит осталось. Я полагаю, что сейчас с учетом 10 карты он все равно заставит стол, и я на фатиге там даже не доживу, в общем-то. Так, ну Пирса. Ну, и где кьют один должен быть. Очевидно. Что-то еще, то, что я даже не видел. Возможно, там есть этот самый король лич. Прикольненько. Сделай мне больно. Да. Угу. Так, ну это под Браул мы оставим. Три хп он, получается, еще восстановит, даже если тропы войны все пять крутану. Может, это забравлить так-то? Время уходит. Это правда, время уходит. Я должен сделать выбор. Нет, там останется какой-нибудь ящер, какая-нибудь такая хрень. Типа все равно он 3 хп, получается, лутает. Или может элементаля нового призвать, я хз. Несколько ремувалов еще есть.
но мне кажется, все очень плохо. Милые динозаврики. Поздравляю, Фитер, с днем рождения. Так, ссылка еще раз, вот, пожалуйста, на мисс Марпл. Миссис Марпл. Да пожрет тебя пламя! Да, блядь, пожрет тебя пламя! У меня скоро кончатся карты. Блин, на эту залупу экзекьют тратить. Хм. Время уходит. Там пирс есть за 10. Экзекьют потрачу. Всего доброго. В лицо прилетело очень плохо. Он теперь с этого, с защитника может Лема одного запилить. А, ну в общем-то он и так это мог сделать. Не, королича, к сожалению, нету. Да хватит, пожалуйста, стреляй в юнитов, дружище. Ну, опять же, с таким количеством на столе элемов вряд ли я что-то сделаю. Да, ну, на таун-твари, конечно, нужно учиться играть, потому что, опять же, нужно понимать, что тебе страшно, что тебе нет, что можно, что нельзя и так далее и тому подобное. Ладно, ребят, спасибо большое, что смотрели сегодня. На этом я буду заканчивать, пожалуй. Увидимся мы с вами определенно совсем скоро. Возможно, даже завтра. Наверное, даже завтра. Вот, ну, а на сегодня все. Предлагаю занять вам свое время дальнейшее. Времяпрепровождения или вот этим вот роликом, новым вышедшим от миссис Марпл по поводу стримхаты. Они были с мужем Женей все время у нас на хате и, соответственно, с нами отдыхали, с нами делали контент, но помимо этого еще держали в секрете от зрителей, но мы-то знали, что они снимали еще ролик по бэкстейджу, по мнению людей, по поводу стримхаты, вот по каждый день ходили в комнату откровений, говорили, в общем, как, короче, дом 2.
Вот, пожалуйста, вот он, выпуск, вот ссылка, все кидают. Или же, конечно же, посмотрите Варкрафтик от Лысого Мичая, который, соответственно, играл на стримхате иногда. Варик получил, ну, не то чтобы устоявшееся, но небольшое прозвище Лысый из Blizzard. Вот, я его, соответственно, буду хостить. Вот, ну а на сегодня все, ребят. Всем спасибо, что смотрели. Всем пока. Напоследок 6 минут великолепной рекламной паузы. И я ухожу. Всем спасибо, удачи. Да, и следующий стрим, скорее всего, будет завтра. Наверное, где-то тоже часиков 3. Да. Или позже.